Велосипед, путевка на двоих в парк-отель «Пестрая» и ужин в одном из ресторанов Петропавловска. Такие призы организаторы подготовили для самых активных участников экологического марафона «Любимый город». В субботу в Петропавловске прошел его первый этап. Подробности у Алены Подласовой. Сегодня в Петропавловске стартовал первый этап экологического марафона. Уборку мусора начали с озера Пестрое. Пока организаторы зарегистрировали 15 участников, но надеются, что ко второму этапу их станет больше. Взяв по мешку, они расходятся в разные стороны. Собирают пластиковые и стеклянные бутылки, бумагу и пакеты. Все, что безответственные отдыхающие за собой не убирали. Кстати, набить мешки как можно большим количеством мусора участники стремятся по двум причинам. Чтобы лучше очистить город и побороться за главный приз – велосипед. Мусор, собранный участниками, будет как раз взвешиваться. Результаты будут записываться. Каждому участнику присваивается свой номер. Полные мешки марафонцы несут в грузовой машине. 8 килограмм. За чистый город борются студенты, пенсионеры, предприниматели и учителя. К примеру, Лариса Таратута преподает английский и французский языки. Свой выходной решила посвятить доброму делу. Я решила внести свой вклад в очистку города, узнав об этой акции на Фейсбуке. Сразу же решила, что буду принимать участие. Хотела взять младшего сына, но он в школе. У нас же дети по субботам учатся, поэтому не смог принять участие. Конечно, меня заинтересовались призы. Хочу велосипед. За 20 минут я собрала 5 мешков весом 48 килограммов. Собранный мусор вывезут на свалку. Второй этап экологического марафона «Любимый город» пройдет через 2 недели в Мещанском лесу. Итоги подведут в середине июня. Алена Подласова, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.